Саудовская Аравия в начале этого года намекнула, что может продать европейские долговые обязательства, если страны-члены «Большой семерки» решат конфисковать почти 300 миллиардов долларов замороженных активов в России, сообщает Bloomberg. Министерство финансов Саудовской Аравии сообщило некоторым партнерам по «Большой семерке» о своем несогласии с этой идеей, которая имела целью поддержать Украину, а один из них назвал ее завуалированной угрозой. Сообщается, что саудовцы конкретно упоминали о долгах, выпущенных французским казначейством. Позиция Саудовской Аравии изменилась после того, как страны «Большой семерки» выступили с предложением, которое не предусматривало экспроприации активов. В сообщении добавляют, что также Саудовская Аравия владеет казначейскими облигациями США на 135 миллиардов долларов. Непонятно, действовала ли Саудовская Аравия, исходя из собственных интересов, опасаясь, что изъятие российских активов создаст прецедент, который в будущем может быть использован против других стран, или солидарности с Россией.